Буду продолжать снимать. Посмотрите, вот сначала на деревья, да, красивые. А вот посмотрите теперь на туннельчик торчащий. Видите? В стене то, что там. А? Как вам? И вот стена идет, видите? Идет стена. И наш канал Орех. Тут я заворачиваюсь, и как бы сейчас пойдет подъем, я так понимаю. Но слава богу, что есть хоть где идти. Я им благодарна. Посмотрите, какой дом тоже неправильный. Скоб вообще практически нету. Не практически, а нету. Нет скоб. Ой, ребятушки, тут вообще, посмотрите, на какой я стою в глубине. Видите, какая стена, да? Тут вообще, видите, видно, что это стены тоже. Смотрите, да? Видите, тут наш колодец. Видите, как что творится, да? Сейчас я вот наш дом, видите, с кругляшками. Здесь такой овал. Ну, везде овал, в общем. И две всего лишь трубы, да? Смотрите. Одна маленькая, другая побольше. Там опять типа такой мост. Романский, мол, римский. Дом с отверстием одним, да, видите, с маленькой дырочкой. Дырочкой прям в боку. И ни одной скобы, странно, да? Не надо ничего держать, что ли? Ничего не надо стягивать? Тут как раз надо стягивать. Тут у нас, извините меня, горное это. Ребятушки, это они мне свистят. Понимаете? Опять, смотрите, еще чуть-чуть, и у нас опять будет сейчас фабрика. Смотрите, как здесь идут стены. Ну что это? Что это такое за извращение? Посмотрите. Извращение. Здесь вот так стена, да? Это идет маленькая. Там еще и отверстие есть в ней на углу. Потом вот тут побольше. Тут вообще что-то, тут все в кучу тут. И вот такое. И вот там еще и дом растет, да? Видите? А там опять вот наши это колодец, видите? Издалека видно, видите? Понимаете, просто удивительно, да? Вот под грильяжом тут, посмотрите, да? Грильяж, кстати, плита, как типа гранитная, да? Там тоже, видите, порог, кстати. Ой, какой запах пошел хороший. А тут, посмотрите, какие маленькие еще две, да? Арочки, да, кстати? Ну, опять вот этот двоичный код. Двоичный код. Видите, снега нету. Там уже, видать, вот такая весна. Может, хотя фиг знает, здесь холодновато еще. Какая там весна, блин. Но там же солнце все равно светит получше, чем здесь. И вот дома, вот посмотрите, по ходу этого канала река, посмотрите, какие все неправильные, да? Ну, в смысле, полукруглые. Так, ну что, пошли. Тут стены тоже, видите? Так, по идее, можно вот здесь идти, а мы пойдем наверх. Нет, все-таки я схожу на мост. Сначала я схожу на мост. Посмотреть, что это за дорога такая. А потом вот там поднимемся вот по лесенкам. Видите, это тоже вся стена, где едут машины, естественно. Тут наша старая это. Тут недоделанный какой-то, видите, еще не образовавшийся гранит. Там туда тоже можно, кстати, спуститься. Интересно. А, там домик чей-то. Вот посмотрите, здесь все. Просто стены, видите? Стены. Стены на стенах. Посмотрите. Невероятно. Посмотрите, по бокам все, стены.
Давайте посмотрим, на чем едут все. Вот едут на стене, видите? Вот только что я там стояла. А? Видите? Огромная стена, которая так вот заворачивается полукругом. И вот этот грильяж тут, видите, как видно хорошо. И посмотрите здесь, на этом грильяже, какой гранитик, да? Висит. Как урна. Вот стены, вот опять колодец роста, видите? Там, кстати, как аккуратненько заворачивается, да? И вот видно, смотрите, там тоже стены, видите? Где вот эта водоросль, тоже стена идет. Все видно прекрасно. Когда хорошая погода, все видно, ребятушки. Вот. Ну и туда идет улочка. И, кстати, дом тоже какой неровный, да, кстати? И этот. Да оба они абсолютно неровные. Видите? Ну ладно, пошли. На крышу обратите внимание, вот опять вот это вот, кстати, крыша, да, неровная, видите, неправильные, неправильные, не то, что неровные, неправильные. Ну и мало труб-то. Чё ж, здесь же холодно, чё ж здесь труб-то мало. По идее, здесь как раз очень много должно быть труб. Вот здесь можно идти, но посмотрите тоже, как все неправильно, какая улочка, да, кстати? Вот. Но я пойду сюда, на эту стену. Все гранитное, кстати, ступеньки гранитные. Образовались, выросли. А здесь еще не совсем, видите? Тут все гранитное. Пошли. Наша фонтанелла, только теперь не зеленая, а серая. Интересно тоже, вот почему что-то как раз вот серый, да, что-то в зеленый. Чем это обусловлено, да? Вот здесь все, ребятушки. Блин, здесь хрен пойдешь. Ха-ха-ха. Да, и как же здесь идти? Знаю. Но люди живут вон. Слушайте, ну автобус ездит вообще очень-очень часто, я хочу сказать. Вот эту ТАССу. Я не знаю, сколько уж прошло-то. Пока я иду, уже на 4 прошло. Так, вот здесь надо осторожно, потому что здесь я помню, что если он потом все наверх же поднимается, но тут много интересного можно посмотреть. Нет, ну я пойду вперед. Смотрите, какая там уже, да, торчит. Просто знаю, что он сейчас будет туда подниматься все выше и выше. Вот. И потом как бы можно будет видеть вот это вот, вот то, что здесь. Я еще просто помню. Тут, видите, вниз спускается. Давайте посмотрим. Ой, что здесь, как? Как можно здесь ходить вообще? Пойду пока туда. Смотрим, что там. Вот опять наши, видите, мангустики. Их много, посмотрите, здесь вообще два таких маленьких ребеночка, да? Смотрите, внутренние арки, да, видите? Блин, вот это вообще просто какая у них ужасная привычка просто все вытряхивать на улице. Я вообще не понимаю. И это они считают себя
вот этими северными, тут здесь самые как бы цивилизованные живут, да, кому тут вытряхивают, вообще уже третья баба вытряхивает просто на улицу скатерть. Вообще, вот у них самих просто, я понимаю, что там она, знаешь, типа мне пофиг, смотрите, какая труба, да, растворилась, мне пофиг, типа, но ведь на нее саму как-нибудь могут насыпать. Вот, я вообще не понимаю этого. Мне просто даже голову не придет вот на голову вот так вот просто высыпать. Знаете, тут что у нас? Какая стена вообще, да? Посмотрите, какая стена. Вы посмотрите тоже. Просто дом как закругляется, да? И вот тут тоже, видите, стена уменьшается. С дырочками все. Так, сейчас я выйду. О, смотрите, здесь уже пошла вымощенность. Ходить здесь уже, посмотрите, можно только по самой маленькой кромочке, видите? То есть, если ты толстенький, то уже сложновато. Посмотрите, арочка. Туннельчиком явно настоящим, видите? По идее, должна быть зона педенали, то есть, ну, только для пешеходов. Сейчас для пешеходов вот маленький совсем косячок. Тут опять рука держит, ну, как бы более-менее на уровне. На уровне. Ну, почти рассчитали на человека. Там, посмотрите, тоже дом. Отросток дома. С арочками тоже. Ну, вот как видно, что это, например, образовано все растет. Тут посмотрите, как скоба внутри. Гранитная просто колонна, которая как бы закрывается от этой корки, видите, да, вообще. Вот это доказательство того, что все само отовсюду происходит, а не человек там ничего. Он не мог бы вот так колонну сделать. Зачем ему это надо? Да еще и закрывать тут чуть-чуть вот этой вот коркой цементом, да? Да и дом, да, посмотрите, какая линия, да? О, скоба появилась. Одна, но все-таки. Видите? Дом тоже, видите, такой, как с трубами роста. Вот. Комочини, ребятушки, посмотрите. Вот наши маэстро Комочини. Комозини. Да, братья вот эти вот, которые фартучники. Как бы от них фартучники идут. Кто забыл, когда я рассказывал об этом. Ну, люди-то обычно... Смотрите, что там башня. На братьях Камазинов-то у нас там башня там есть. Давайте сходим. Видите, башня там. Вот сходим. Смотрим, что там. Зовут, братья. Зовут. Смотрите, корка, видите, как отошла, да? Видите? Кстати. Смотрим, посмотрите, какой дом вогнутый, да? Посмотрите. Я надеюсь, вы видите. Сейчас я вам еще кое-что покажу, что я нашла. Как вогнута стена. Как будто ее чуть-чуть вот, чуть-чуть ее прогнули. Посмотрите, здесь очень сильно. Видите? Сейчас вам покажу наклон. Сейчас вам классную разрушенную арку покажу. Ой, эту скобу покажу. Посмотрите. Там, видите, наша штука торчит. Типа какое-то начало кольца. А сейчас, ребята, сейчас бомба. Поглядите. Скоба, которая вообще разошлась. Посмотрите. Видите, просто растворилась. И там есть еще и паутина наша.
живая. Она внутри там. Доделывает дело. Бетушки доделывает. И это, наверное, будет все-таки отверстие. Потому что когда она вообще растворится. Офигеть. И вот, посмотрите, там она оранжевая, как кирпич. Вот доказывает, что чугун из кирпича образовывается. Знаете? Даже не буду делать короткое видео. Ну, нафиг надо. Да нет, сделаю, чё? Навредно. На зло вот этим вот плохим рогам. Видите, уже эти братья-комодины, несуществующие, тоже со мной в контакт вошли. Сказали, иди на нашу улицу, сходи, посмотри, там башня. Ну и мы тебе скобочку покажем кое-какую. Видите, какой дом, да? Посмотрите. Абсолютно неправильный. То есть братья-комодины, которые вообще, как бы, вот по идее, у нас вот этот вот Керовали создали там. Керовали, ребятушки, понимаете, вот это вот. Одна из первых базилик, шикарнейших, в Аббация, куда я ходила. Да, и вот здесь вот такая, на такой вот кривой, кривошейной улице, их улица, да. Посмотрите, сколько тут отверстий. Сейчас я сделаю короткое видео. Ладно, ребятушки, до новых встреч. Пока-пока.